Сибирские фридайверы впервые в мире совершили серию погружений с задержкой дыхания в Большом зале Ординской пещеры. Это одна из самых длинных гипсовых пещер планеты. Находится внутри Казаковской горы в Пермском крае. Один из экстремалов, Сергей Стафеев, сегодня гость нашей студии. С ним беседует моя коллега Виктория Шмидт. Добрый день, Виктория. Добрый день, Алена. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте. Какая подготовка предшествовала вот этому серьезному погружению? Где тренировалась команда? Ну, не дома же, в ванной, понятное дело. И вообще, какие условия в Сибири для развития фридайвинга? Где море, солнце, понятное дело, с этим все попроще. Ну, мы живем в самом центре материка, поэтому, понятно, до моря далеко. Выезжать туда, получается, далеко не так часто, как хотелось бы. Вот. И в этом проекте, ну, наверное, не зря участвовали фридайверы, которые привыкли погружаться в достаточно суровых условиях, то есть это холодная вода, надголовная среда, ну то есть подлет. И, собственно говоря, вот у нас команда состояла из 3 человек, вот я с Новосибирска и 2 фридайвера с Иркутска. То есть они ныряют в Байкал, ныряют и охотятся в Ангаре в зимний. И, собственно говоря, условия пещеры, ну вряд ли являлись уж супер экстремальными для таких вот закаленных ребят, как мы. Вы в основном где тренируетесь? Глубинные тренировки мы делаем в Кемеровской области. Есть глубокий карьер, порядка 100 метров. И мы туда выезжаем несколько раз за лето. Выезжаем, конечно, на Красное море. Выезжали на карьеры на Урале. Есть очень глубокие, интересные карьеры. В Крым выезжали. Ну, то есть везде, где есть глубина 50, 60, 70 метров. То есть вот в те места и пытаемся выезжать для тренировок. Ну, естественно, каждую неделю, 3-4-5 раз в неделю бассейн. То есть это как само собой разумеется, как дома в ванной. Кто может попробовать свои силы в этом виде спорта? Кому он подходит? Может быть, есть какие-то критерии? Ну, наверное, можно сказать, что подходит, в принципе, любому человеку, но не любой в нем все-таки останется. То есть если человек попробовал и его зацепило, то может быть очень быстро идти прогресс. Ну вот, например, мы вот буквально 2 дня назад вернулись с поездки на Красное море в Дахаб. Там, значит, один новичок, правда, это спортсмен высокого уровня, но во фридайвинге был новичком. Он нырнул брасом в глубину на уровень результата сборной России. То есть абсолютный новичок, ну, именно во фридайвинге. И там еще один молодой человек, который, в общем-то, не имел ни плавательной, ни какой-то там специальной подготовки, тоже нырнул сразу на глубину, ну, скажем так, глубже всех вот, ну, так скажем, ученических ступеней во фридайвинге. То есть, если это в цифрах, то это вот нырнул 40 метров. То есть это вот, скажем так, человеку при правильной подготовке, ну, я имею в виду там уже на курсе, за там 10 дней, ну, вот, доступны такие глубины. То есть это не значит, что любой и всякий может нырнуть, но это реально, это вот, как говорится, произошло буквально вот на прошлой неделе. Сергей, а ваш личный рекорд по задержке дыхания на глубине какой? И вообще, как тренируете дыхательную систему? В большей мере во фридайвинге все-таки это психология. То есть, конечно, кондиции организма имеют значение, но вмешивается еще очень много факторов. И здесь получается, что каждый специализироваться, ну, начинает в какой-то определенной, что лучше идет. Вот. Поэтому у меня, вот, ну, наверное, пока то, что лучше всего идет, это ныряние в глубину. Вот, ну вот я ныряю на глубину 70 метров. Угу. Вот, ну какие-то другие дисциплины у меня идут не столь удачно, хотя вот, ну, у моих коллег, может быть, с точностью там, да наоборот, ныряет не глубоко, но зато покоряет такие дистанции в длину, которые мне кажутся, ну, там, абсолютно фантастичными, то есть на уровне там рекордов России. Вы еще преподаватель курса по психическому расслаблению на глубине. Вообще это возможно, расслабиться в максимально стрессовой ситуации? Ну, наверное, я бы не сказал, что я специальные курсы провожу. Mm-hmm. Это входит в базовый курс по фридайвингу. И перед нырком, неважно, в длину, в глубину, там, перед каким-то экстремальным нырком, психическое состояние имеет огромное значение. То есть фридайвер, когда ныряет, он... Ну, есть такое понятие, снижает свой психофизический тонус за счет ментального расслабления, за счет правильно поставленного дыхания. И, собственно говоря, успех нырка зависит от того, насколько удалось вот, настроиться на нырок. То есть, ну, естественно, это входит в базовый курс, и во многом успех начинающего вот, фридайвера зависит от того, вот, как говорится, словил он эту фишку или нет. То есть, либо он пытается делать все на
ну, как это сказать, на физухе, на кондициях, либо он ловит вот это состояние и уже там с первых каких-то там нырков, с первых дней обучения понимает, как надо взаимодействовать с водой, с глубиной, с гипоксией. Ну как вы морально-психологически готовите своих учеников? Может быть, вы им что-то говорите, может быть, есть какое-то сравнение, как-то они могут представить то, что им предстоит? Ну, нет, есть определенные методики, методики деконцентрации внимания, благодаря которым, ну, если так говорить, не то, что замедляется, а замедляется мыслительная деятельность, мозг начинает потреблять гораздо меньше кислорода, и, что немаловажно, в этом состоянии человек менее подвержен панике. То есть, ну, как у обычного человека, то есть дыхание – это функция, которая функционирует всегда, и стоит задержать дыхание, человек начинает испытывать дискомфорт там, в течение там, нескольких там, десятков секунд. Вот. Но если вот это вот, как говорится, правильно вот этот момент представлен, то даже новичок вот во фридайвинге на первых же занятиях по статической задержке дыхания, то есть это когда вот без движения, просто лежим лицом вниз в воде, может задержать дыхание на 3-4 минуты. То есть это не фантастика, это может, ну, каждый вот при определенном ментальном настрое. 3-4 минуты задержка дыхания, это максимально или это среднее? Это среднее по больнице для новичков. То есть 2-3-4 минуты – это не что-то из ряда вон выходящее. Это вполне обычный результат после там 2-3 там, дней обучения. А вы вот уже профессионально кто занимается, насколько сможете задержать дыхание? Ну вот ребята, с которыми вот занимаемся, ну, задержка дыхания от 5 до 7 минут. Вот в этих вот диапазонах это вот как раз уровень, когда фридайвер не специализируется в каких-то дисциплинах, потому что сейчас спортивный фридайвинг и в России, и в мире находится на достаточно уже высоком уровне, и уже нужна специализация. То есть, соответственно, есть фридайверы, которые хорошо задерживают дыхание в статике, лежат больше 10 минут, есть, которые хорошо ныряют в глубину, допустим, но при этом статика у них будет гораздо меньше, ну, потому что они в ней не специализируются. Ну вот результат 5-7 минут – это вот такой неспециализированный, ну, достаточно высокий уже результат для российских соревнований. Наверняка каждый фридайвер отвечает себе на вопрос, зачем я это делаю, вот для чего? Получение удовольствия, изучение морских глубин, может быть, еще какие-то причин есть? Ну, у фридайвинга много аспектов. То есть есть спортивный, то есть это реализация каких-то своих максимальных возможностей, то есть доказать там себе, другим, друзьям, что я могу. Есть рекреационный фридайвинг, это когда мы там, допустим, приходим в бассейн после работы, снять стресс, расслабиться, пообщаться с друзьями, понырять в удовольствие. Ну, также фридайвинг вот для пляжного отдыха, то есть как разнообразие пляжного отдыха, чем просто лежать на песочке или там плавать по поверхности с трубкой. Оказывается, можно нырять, там на 1,5-2 минуты совершать нырок, смотреть рыбок, и все это вот без какого-то громоздкого оборудования, дорогостоящего снаряжения, а, собственно говоря, вот безопасно.